Благородные рыцари! Высокочтимая Брунгильда Аспримонская! Что ты скажешь о маркизе Дево? Свою волю! Посмотрим, каков он в бою. И отвага! Я надеюсь, я не опоздал. Конечно, нет. Я уверена, что маркиз с удовольствием примет ваш вызов. Вы храбро сражались. Не хотите ли погостить у нас? Благодарю, мадам. Но я дал обед и спешу в Палестину. Моя дочь тоже. Но дорога туда полна опасностей. Палестина не женское дело. Поэтому прошу вас, граф, будьте в этом походе рядом с ней. Давай!
А что ты зад отклячиваешь? Я тут. С тобой все в порядке. Все, со мной в порядке. Падлы. Ничего, ничего. Юр, Юран, посмотри, 16-кратное увеличение. 663. Да, ух ты. Хаши и Петрёров, тамам, все. Съемка конец, все. Деньги нету, съемка нету, кино нету. Спокойно. Хаши и Петрёров. В чем дело? Чего он хочет? Аркадашев, Бекле, я тебе говорю, заткнись. Послушай меня, не волнуйся, ну подожди. Саша, нету денег. Русская не Голливуд. Русская только Аркадаш, Аркадаш, я с тобой буду разбираться. Понял? Я с тобой буду разбираться. Да пошел ты. Сандро. Парамзы истерус. Тамамба. Аланызма. Сандро. Парам истерус. Скажи ему, деньги будут завтра. Че это с ним? Обкурился. Обкурился. Так я не понял, Саша. Не понял. Объясняю, немецкая группа снимает здесь серию клипов. Им нужны каскадеры, а нам нужны деньги, чтобы закончить нашу картину. Заманчивое предложение, по-моему. Да за что нервный? Что, обалдел, что ли, вообще? Значит так, мужики, он предлагает за 20 тысяч лететь затяжным километром, потом 5 поворотов на мотоцикле в воздухе, приземляемся на пиротехнику, и цветными дымами еще должны изобразить... А страховка? Сейчас спрошу. А больше они ничего не хотят? Шутыгин забит, а? Ферзихирунг. Йо-йо-йо-йо, гарантия время, очень хорошо. Без страховки. Мы для них русские свиньи. Они пошли бы они нахрен. Ерема прав, мужики. За такие копейки мы должны еще и трофейный флаг изображать. Also lassen Sie Details besprechen. Ja. Ihr bestimmt die Höhe und springt dann genau da ab, wo unsere Kameras stehen. Und wenn dann die Pyrotechnik explodiert, na, что будем делать? Деньги, конечно, никакие. Но фильм заканчивать нужно. Выхода нет. Куда деться? Беремся. Also, Freunde, gut. Abgemacht. Wunderbar. Работает? Окей. Окей. Да вон они! Маркин, крепления должны были титановые поставить. Они стальные. Да, ребята, влипли. Кошмар. С какого музея эти экспонаты? Техника для Зулуса. Eine echte Rarität. Das wird der Zuschauer lieben, wenn ihr damit aus dem Himmel fällt. Und die Farbeffekte. Das wird geil. Вот это твой кипарь. Чудный мальчик. Кисти обрежем. Ребят, ну отойди, отойдите. Сань, ну отойди, я его не вижу. Хорошо. Мальчик. Ну ладно вам. Великоват хочу. Идем дальше. Отойди, отойди, подальше. Сань, вон оттуда снимай. Меня снимай. Видно? Видно. Вот это то, что нам надо. Вон висит, видишь, вот это ты сейчас и примеришь. Послушай, Аркадаш, бери что-нибудь. Ему, ему. Малышу. Подходи. Серега, иди наш. Сюда. Давай, давай. О, нравится? Да кожа ничего. Нормально. Поворотись-ка, сынку. А этот бублик мы у тебя отберем, потому что и так такой худенький, такой заморный. Парни, подкладочку. Ну ладно, хватит, ёху мать, ну что вы, ёху мать. Ну как? Чуть не забыл. У меня для вас есть тоже кое-что. Для меня?
С днем рождения тебя, Ерема. Да. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Ерема. А если на таможне собаки? Не волнуйся, не нам везти. Товар жалко. Классный кокаин. Нам можно было и поумнее. Но приказ на шестого. Иса, ты по-английски секешь? Непроявленная пленка. Не просвечивать, не вскрывать. Ждем пленку. Нужно срочно. Я головой заложился. Не ясно? А если со мной что-нибудь случится, от тебя мокрое место останется. Понял? Они работают с немцами за хорошие бабки. Шестого. Вы должны быть в Москве. Понял, правда? Да пусть сам приезжает, умник. Они получат деньги и будут дальше снимать. Что я могу сделать? Ты плохо понял, Сандрик. Не надо, чтобы кто-нибудь пропадал без вести. Не надо, чтобы кислотой в лицо. Все должно быть... красиво. Послушай, дорогой, позвони ему сам. Может, он тебя послушает? Перетопчется! Я сказал! Шестого. Но я... Он ничего не понимает, что тут происходит. Ну что, повторить? Лицо не трогай. Падаль. Кто падаль? Мочалка, дешевка, сучара. Так. Ты тебя тоже зароет, понял? Животное. Да сначала я тебя урою. Он не слышит тебя. Сейчас здесь будет полиция, а этого каскадера нет. Кричи. Не буду. Ах, не будешь. Polis! Herkes yerinde kalsın. Kimse kıpırdamasın. Ne oluyor burada? Ne var burada? Bırak de bak. Рамок-то. Что здесь происходит? Я защищал женщину. Ну, нет. Говори же. Чем ну говори! Ну говори! Конов ворвался в мой номер. Он ударил. Разорвал платье. Взятку дай! Не получается, Саша. Не берут они. Что я могу сделать? Вот ребята свидетели. Не получается. Саш, не волнуйся. Мы сами сработаем. Мы не сделаем этот трюк-то. Ты что, с ума сошел? Саша, они не имеют права. Все. Как будто я не знаю. Это рисковый трюк, понимаешь? Вы не справитесь без меня. Я тебя предупреждаю последний раз. Они все самоубийцы, и ты будешь отвечать за все. Понял? Убери руки. Саш, ты сам говорил, что деньги нужны. Кто вместо меня прыгать будет? Кто? Ну что? Гамана бить дудбо. Чего? Ну как он там? Что говорит? Да. Ну что говорит? Сидит глухо дело. Придется без ну него что? Работать. А что делать? Атас. Не знаю. Да вы с ума сошли. Ладно. Ладно. Молодец. Не нравится мне это все, Юра. А мне не нравится, черт. Что это Сандру со своими компаниями под ногами крутится. А что? Да вот возня какая. Thank you.
почему? Их Фенштейн, ладно, я понял. Спасибо. Да. Спасибо. Да. Понятно, понятно. Ерема! Отнесло меня, отнесло. Что я могу поделать? Ну что, Иран, снял что-нибудь, нет? Да, заснял. Только у меня очень мелко получается. Конечно, мелко. Ты по кадру нажми на кнопочку, будет крупно. Там транспокатор, Юран. Ну что ты, Юран? Ну что, прям из стоны, что ли, ей-богу? Так, молодой, готов. Пошел. Денис, пошли, да давай свою телегу сюда. Какой дым будет у меня сейчас? Черный. Черный, нормально. Москвы. Я все сделаю. Грузчики заряжены, билеты есть. Ну, работнички, мать вашу. Ну, я-то тут при чем? Я-то все делаю нормально. Ладно, иди. Это вашей администрации нету. Вы представляете? Вся администрация во главе с этой красоткой ночью улетели в Москву. Ну, улетели и улетели. В чем проблема? В вертолете были посторонние? Нет. Я закладывал шашки. Я лично, я. Он взорвался на шашке черного цвета, их нельзя проверить. Странно все это. В прошлом году американцы на шашках взорвались. Ну вот. Так вот. А взрыв? Кто-нибудь видел? Я. Когда шашка рванула, сразу бензин взорвался. Саш, я в объектив смотрел, сразу рвануло. Саша, что бы изменилось, если кто был на съемках? Все бы изменилось! Если бы я там был. Успокойся. Ну, несчастный случай. Не первый каскадер погибает. У нас за это бабки платят. Ну. Ладно, наливай.
Сегодня 6 августа, и наша программа «Золотая шпора» находится в аэропорту Шереметьево. Уже объявили о посадке творческой группы фильма «Крестоносец», фильма, получившего известность задолго до своего появления на экранах, в связи с тем, что в нем в актерских ролях задействованы лучшие каскадеры нашей страны. Но сегодня нас сюда привело печальное событие. Дело в том, что в Турции на съемках картины погиб каскадер Олег Синицын. Что случилось? С этим вопросом я обращаюсь к спонсору картины Антону Караваеву. Друзья, иду. Это 6 августа. Я уверен, станет черным днем. Не только для нас, близких друзей, но и для всех вас, зрителей. Это бывает с каскадерами. Сильный, смелый Олег совершал уникальный трюк, но произошел роковой, нелепый случай, и его не стало. Я прошу прощения, добрый день. Вы начальник смены? Да, слушаю вас. Вы нам не поможете, у нас трагедия, слышали, наверное? Каскадер погиб, гроб везем. Тут телевидение, пресса нас встречает. Нельзя ли пройти без досмотра? Без досмотра? Да у нас там и смотреть-то нечего. Проскочили. Похоже, нам дико везет. Саша, с прилетом два слова для «Золотой шпоры». Что случилось? Вас я прошу прощения, не сейчас, хорошо? Извини. Брат! Мы с тобой потом будем обниматься. Где твои козлы? Завтра поговорим на свежую голову. Завтра. Вот завтра и будем обниматься. Как скажешь. Галочка, родная. Нет. Это ты во всем виноват. Я тебе этого никогда не прощу. Ты права. Я во всем виноват. Охрану не надо. Пусть ждут в офисе. Я должен встретиться с каскадером Коновым. Крутой, а мне-то что? Деньги не я заморозил. А сдам-ка я тебе, женушка, Конову. Он уверен, что ты во всем виновата. Правильно уверен. Конов женщин не трогает. Да какая ты женщина? Ты мразь, сучара. Пожалуйста. Сейчас принесу. Жень. Да? Передай то, что я прождал час. Если появится, передам. Спасибо.
Еще что хотелось бы мне сказать. Антон Сергеевич для нас с вами, близких ему людей, всегда был Антон. Просто тоже. Такая трогательная наколка была у него на правой руке. Буду летчиком. Кто-то из молодых, конечно, посмеется над этим. Но мы, его ровесники, понимаем этого стремления ввысь. Он не стал летчиком. Он не стал и выдающимся спортсменом, хотя имел все основания им стать. Он ушел из спорта, из гимнастики, чтобы достичь других высот. Высот человеческого духа, добра и любви. То, что он всегда стремился помогать людям, было главным в его жизни. Да, он умел зарабатывать, но умел и отдавать. Отдавать без корысти. Ты что, скрываешься, квартиру продал? Помогал артистам, художникам, детской спортивной школе. Я не могу, мне плохо. Я ни от кого не скрываюсь, понял? Мы потеряли верного друга, Ольга, любимого мужа. Гадина. Сегодня мы все осиротели. Думаешь, она? Дорогой Тоша, мы обещаем, что твоя гибель не останется безнаказанной. Пусть его... Да, пусть твои убийцы знают об этом. Вечно тебе душа память. А что, фирма Тоши к Сандро перешла? Знаешь, я после этого убийства уже ничему не удивляюсь. Да. Если ты прав, придется эту компанию брать под стражу. Завтра их всех будут допрашивать. Кстати, Саш, ты мне тоже нужен. На допрос. Да ну, допрос. Просто надо уладить все эти вопросы вокруг того, что ты был с ним в конфликте. Да никакого конфликта не было. Он меня с деньгами подвел, вот и все. Что у тебя был роман с его женой? Что даже попал в полицию из-за нее, это правда? Уже донесли. Мразь она. Саш, я спешу. Вот тебе пропуск. Ну и до завтра. А все-таки ты мусор, пузырь. Я? Я тот, кто это все подметает. Не получилось. Получится. А я откуда? Ну, с этим я. Неси в машину. Там, во дворе. Теперь, что касается ликвидации дел по картине «Крестоносец», мешаете. Долги по картине составляют сумму в размере 112 502 доллара. На сегодня ваша информация не точна. То есть? Мы погасили нашу задолженность. По документам нет. Я продал квартиру. Да? Зачем, Саш? У вас еще будут проблемы. А остальная часть долга? Что касается этих денег, я бы хотел попросить тебя строчку. В связи с гибелью нашего президента. Не гибелью, а убийством. В чем дело? Убийством, и вы это знаете. Ты на что намекаешь? Ты за это ответишь, слушай! Да ты не хотите! Саша, а ну-ка, помогайся! Обожали мы от века! Таджики! Я за все отвечу. Мы оставляем дом, картины, а вид у этого охранника совсем не храбрый. Дорогая, я тебе уже говорил, он чемпион России по боксу, у него черный пояс, он преподавал рукопашный бой в милиции. Боже, какое это имеет значение? А он не пьет? Мы поедем. Потом помойте эту машину и отгоните ее в гараж. Мы опаздываем. Господа, смотрите в оба. На этом материале вы делаете огромные бабки. С него можно резать десяток, а то и сотню рекламных клипов. Думайте, думайте.
динамиков, вон, да, неплохо снято. Метр кодек умножаем. Интересные куски. Так. Это где снято? Турция. Никаких декораций. Натура, интерьеры. Дерутся как звери. Что им остается? Ты знаешь, надо подумать. Валерий Михайлович звонит. Алло, Валерий Михайлович, подожди секунду, у меня тут люди. Сколько будет стоить? Полминуты этого фуфла. Ребят, ребят, надо разговаривать, давайте поторгуемся. Мася моя. Вот здесь, смотри, вот тут, вот, смотри. Тыгдынь, тыгдынь, тыгдынь. У меня как у коня. И толстый толстый, слышишь, Калада? Вот эта парочка. 300 баксов. А потом они начнут плодиться и приносить прибыль. Что ж ты не смеешься? А? Тебе же было смешно. Не смейся. Мне. Подонок. Деньги, красавица. Я не знаю. Мы тебя живьем закопаем. Как, Сандро? Жалко. Не гони, очухается. Пуля пластиковая. Давай во двор его. Отдыхай. По машинам. Быстро. Дуй на кошельку. Ствол на крышу.
понял? Да. Ствол на крышу, я сказал. Я понял, Саш, понял. И вон отсюда. Лежать. Все пошли оттуда. Вон. Бегом. Шоки. Выходи. Рюкер, мы с тобой еще встретимся. Быстро. Быстро в машину. Ванна готова. Спасибо. Что-нибудь еще? Нет. Скажи, что им от тебя нужно? Тоша украл у них деньги. Тогда понятно. Проведи. А, Саня, привет, рад тебя видеть. Привет, Банзай. Слушай, видел тебя по телевизору, ты, говорят, большим артистом стал. А помнишь, как мы с тобой на первенстве Союза выступали? У меня неприятности. Два сока. Знаю. Алло, Ерема! Ну что ты не подходишь? Куда вы все подевались? Ты Сашу не видел? Что случилось? Атас, Ерема, я кассету смотрю, то, что в Стамбуле Юран снимал. Саня прав. Не тарахти. Да я не тарахчу. Хочешь, приезжай ко мне. Хотя нет, у меня сейчас ремонт.
Черт. Рабочая. Хочешь, я к тебе приеду? Ты дома? Ты понимаешь, мне Саша нужен срочно. Я знаю, он дачу сторожит на Ярославке. И к телефону не подходит. Чего делать-то, я не знаю. Ты знаешь его телефон? Знаю. Только это он мне по секрету, не проболтайся. В общем так, Ерема, тогда на съемках нас подставили. У Синицы в мотоцикле не шашка. Там взрывчатка рванула. На пленке это точно видно. Алло, Ерема, ты меня слышишь? Но ведь турки тоже снимали. Что же они? Да мотоцикл от них развернуло. Это было видно только в мою камеру. Там точно взрыв. Жди, я еду. Нет времени, Ерема, я еду к нему сам. Что посоветуешь? А что советовать? Тебе гаситься надо. В общем, ты попал, Саша. Не я же начал. А это никого не волнует. Тебе надо исчезнуть. Ненадолго. Ну, может, на год. А девку сдай. О, Сань, опять ты. Фирма Пикадор Холдинг. Мы всегда в седле. Вот он. Иди сюда, дорогой. Вот глупый, а. Алло. Алло, милиция. Приезжайте сюда. Приезжайте. Я не знаю адреса. Я не знаю, где я нахожусь. Ну, не волнуйся, малыш. Мы же хотим с тобой просто поговорить. Правда, Иса? Ага. На. Габи. Ну, сделай трюк, трюкач. Не уважает. Невоспитанный. По компьютеру дача 37, поворот с Пятницкого направо. Кассету ищи! Бардачки посмотри! Под сиденьем! Где кассета? Да нет кассеты! Винды! Да, да.
Елки-палки. Да подождите, у меня вот свои. Тех пахнет. Пока больше никого не знает. Галина Михайловна, у него определенный запах алкоголя. Я хочу смотреть. Не могу. Скоро поедем. Что, очередной разбор? Ольга! Ольга! Оля! Оля! Нет! Оля! Нет, не надо! Не надо! Я прошу! Успокойся! Пожалуйста, Иса здесь, Саша! Какой Иса? Я знаю, он здесь, он рядом! Я боюсь, Саша! Оленька! Я боюсь! Тихо! Что? Пузырь. Странно. Ты куда? Сиди здесь. Привет. Здорово. Она у тебя? Как ты меня нашел? Вчера по повестке не явилась свидетельница. И ты исчез. Почему? Это допрос. Да, допрос. Заходи. А чего ты ее прячешь? Ты же сам говорил, что она имеет прямое отношение к убийству. Говорил. А теперь думаю по-другому. Интересно. Убийство явно заказное. Одна странность. Стреляли разрывной пулей. Ну? Ну почему в голову? Стреляешь разрывной? Бей в спину наверняка. У нас покойник практически без головы. Может, подставной? Подставной. Нет. Группа крови, наколки те же. Вдова опознала. А ты что, с покойным был связан дружбой? Спортом вместе в детстве занимались. Как с тобой? Спортом. А там что? Короче, Пузырь, как ты меня нашел? А твоя мадам наряд вызывала, а мы засекли спальня. А там? Бильярдная. Да, богата. Жаль, что не твое. Я здесь охранником. Хозяева за границей. О, де Блази. Да, значит, спортом с ним занимались. Да, потом пропал куда-то. Сидел? Может, и сидел. Потом появился с большими деньгами. Мы с ним кино вместе делали. Это он дал деньги на кино? Да, большую часть. А остальные? Мои. Ну, нашей ассоциации. Каскадеров. А потом я попал в эту стамбульскую историю. Конечно, я понимаю, это не он виноват, а вся эта компания. Ну, а кто конкретно? Что за компания? Ну, ты же был на кладбище. Сандро, Иса, этот косоглазый. Все это сволочи. Угу. А кто их набирал? Тоже. В людях совершенно не разбирался. За что они могли его убить? За что? Деньги? За что сейчас убивают? На вот. Не понял. Подписка о невыезде. Чего ты так смотришь? У меня вообще есть все основания взять тебя под стражу. Что это значит? Это значит, не прячься от меня. Звони раз в два дня. Пропадешь, объявлю розыск. На. Служба, Саша. Да, знаешь, у Сандро особняк, я думаю, покруче даже, с рестораном. На второй, кажется, Тверской-Имской. Дом 15. Ну ладно, давай. Пока. Пардон. Ух ты. Курчаво живете. Телевизор будешь выкидывать, позвони.
Сандро! Сандро, мое имя! А ты что тут сидишь? Я же ресторан открыл. Все хорошо! Мравала Жан-Яро! Рад вас видеть, мой дорогой. Где ты пропал? Давай, быстро, быстро, быстро! Рад, быстро! Ах, ах, вы красавицы, вы мои девочки, как я вас люблю! Ну, быстро, быстро! Я вас всех угощаю, сегодня у меня праздник! Заходите в мой ресторан! Стой! Там наверху все в порядке. Погоди, погоди. Да ты меня не знаешь, я новенький. Расслабься. Саша. Дима. Ну, извини, Димок. Извини. О, привет. А ну стой! Тебя выслушает, только говори правду. Понял. Даже если это тебе во вред. О, кого я вижу, здорово. Его ждут. Проводи. Топы забрал. Я посижу. Привет. Проходи. Что? Наворотил дел? Ты сегодня самый везучий человек, хотя до могилы тебе шажок. Бычара. А ты знаешь, что с быками делают? Шинкуют, запаивают в банку. А на ней пишут. Говядина. Да, бодаться приходится. Хотя я и не бык. Чего ты пришел? Чего тебе надо?
помощи. Ты человек авторитетный. Ты можешь решить мои проблемы одним словом. Ты не мент случаем? Чего-то уж больно мне твоя рожа знакома. Слава, ты меня сам однажды вытаскивал из ментовской. Чего ты гонишь? Не помнишь? Это было давно. Вспомни, гостиница «Украина». На тебя харьковские тогда наехали, а я тебе немного помог. Было дело. Чего ж ты сразу не сказал? Да я... Тебя и не узнать. Как-то... И что же ты снимаешь? Фильм исторический. «Крестоносец» называется. Да. Что это? А здесь видно, как мы его парня взорвали. Это я знаю. Двоих у тебя грохнули. И Тошу. И Тошу. Тоша разговор особый. Чего ты вытаращился? С ним 10 лимонов ушли. Кому отдал, куда спрятал, где закопал. Интересно, да? У него денег не было. Мы из-за этого перестали картину снимать. Вся ваша картина – фуфло. Крыша. Тошина фирма – помойка. Ты не в курсе, что после вашего приезда цены в городе на наркоту упали? Нет. Он партию задешево двинул и скрипнул. А почему он заставил нас вернуться именно 6-го? Хитрован. Потому что 10-го его должны были посадить, а он успел товар скинуть и 9-го помер. Знал, и с такими бабками не свалил. С такой кучей баксов далеко не убежишь. Ну, год, ну, два. И ты покойник. Насчет ночных твоих дел. Звери надоели в городе. Так что ты, считай, помог братве. Тебе повезло. Ну, шагай, крестоносец. Никто тебя не тронет. За встречу. А бабу придется отдать. Слав, а если я этого не сделаю? Тогда убьешь своего друга. Сможешь? Какого друга? Да есть тут один. Он в наших делах уже лишний. Алло. Это ты, братан? А это я. О, Славик! Как хорошо, что ты позвонил. Я... Всех твоих зверей замочили, один ты остался. Вы уже знаете, кто? Да вот сидит передо мной человек. Интересуется, кто навел людей на его хату. Еще у него друга в машине поджарили. Очень переживает. Так. Ты меня сдал, вор. Не грусти, братан. Передаю трубку. Алло. Алло. Никто не отвечает. Кто это был? Тот, кто зарядил твоего каскадера динамитом. Алло. Да, Саша. Ерема,
Как же ты будешь дальше? Все так, Саша. Я уже не в счет. Я ненавижу этот город. Как же я их всех ненавижу. Я еще не жила совсем. Слышь, и жить-то только начала со вчерашнего дня. Thank you.
Привет, Пузырь. Я тебе звоню, как договаривались. Ты где? С кем? Алло. Я? Да. Один. Слышь, Пузырь? Да. Ты не помнишь там Тоша, мой продюсер, где он родился? Зачем тебе это? Алло. Он вроде не москвич, как я помню, да? Он родился в Боровске. Ладно. А что, зачем тебе? Подробности потом. Там, я тебе потом позвоню. Алло, потом. Алло, не вешай трубку. Люсечка, это Пузырев. Откуда был звонок? Боровск? Московская область? Телефон частный? Целую ручки. Какой шустрый. Кого не зашили? Смотри. Нет, ради тебя. Эркин. Ради тебя, Гаго. Я могу попытаться помочь найти эти деньги. Это наши деньги. Возьми их. Славик Джан, что такое? Это разве разговор? Ты должен понять. У Гаго жизнь сейчас не сахар, не щербет. Так попал товарищ. Гаго Джан, ты тоже должен понять. Эту проблему без Славика не решить. Нужна контора. А у Славика все завязки с ментами. Успокойся. Ты согласен со мной? Славик, садись. Какие у тебя предложения? Гаго Джан, спокойно. Какие предложения? Дело дохлое. Концов никаких. Наркотики разошлись. Деньги уплыли, искать надо. Скажи твои условия. А какие условия? Нас здесь трое. Если получится, делим на троих. Спасибо, Славик-джан, спасибо. Но я не в доле. Гаго, как ты? А? Позытанут. Не согласны. Извините меня. Пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Интересуетесь? Хочу купить. Прекрасная модель. Опять что-то натворил?
Вот Тоша, а вот он, мой брат-идиот. А вы что, знали Тошу? Конечно. Они ж с одного интерната. Вон, и наколки одинаковые, буду летчиком. Ой, как братья прям. И похоже. Вы Тошу давно видели? Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Тошу? Да 100 лет назад. Это Васька у Тоши на шее сидит. Тот богатый, а этот пьянь. Я даже за квартиру плачу. Понимаете, я. Каждый месяц плачу я. А его ж полгода нет. Он вам деньги должен. Учтите, я отдавать не буду. Понятно? А если с ним случилось что? Случилось. Что с ним может случиться? Вон они. Пьют, курят наркотики, ничего не делают, не работают. По 100 лет живут. Ничего с ним не случилось. А жена у него есть? Жена? Иди, мой маленький, иди. Зачем нам фотографии этого? Тоша, какой Тоша? Ну что, я как дура какая-то глазами хлопаю. Кого мы ищем? При чем здесь наколка? У этого парня была такая же наколка, как у Тоши. Голову! Дальше, дохлый. Это ты? Что случилось? Телефон! Телефон! Ты же слово давал, дохлый. Честное слово вора. Ты же знаешь, я своего слова не нарушаю. Ты где? На вас напали? Кто? Кто напал? Телефон! Алло, алло, милая, откуда нам сейчас звонили? Чё? А за каким мы тебя там посадили? Боровск! Скажи этой профуре, что если она сейчас не даст телефон, то вечером отнесет свою голову в руках. Саша, давай уедем отсюда, пожалуйста. Я тебя очень прошу. Давай уедем отсюда, забери меня куда-нибудь. Я больше не могу, Саша. Из города их не выпустят. Антон. Почему меня подставляешь? Найди своих. Ну что, кто меня знает? Так, а с Ольгой, с твоей, что будем делать? А? Нет, я сказал, нет! Финансово-промышленная группа «Светогор». Гарантии, проверенные временем. Опять из милиции звонили. Да знаю, интересуюсь, кто заехал. А что случилось? О, какие люди! Это вы, крестоносцы? Вас по телевизору показывали? Пошли. Чего это с ними? Все можно решить по уму. Мы ведь не беспредел, верно? Ай, какие хорошие слова, Славик. Но ведь Гагик устроился на 10 миллионов. Ты хочешь сказать, что я нажал тебя на 10 лимонов? Чепуз.
Занунда. Я не хочу сказать, что ты взял 10 лимонов. Дело не в этом. Все знают, что когда пересекались наши интересы, мы всегда шли навстречу тебе и твоим людям. Поэтому я хочу, чтобы ты тоже относился к нам с уважением. Я попал на бабки, но это мое горе, моя беда. Я бы мог найти выход, Эркен. Если бы не он. У Тоши осталась вдова, Ольга. Она знает, где деньги. А ты, Славик, отпускаешь ее с человеком. А он даже не в законе. И этот Фуцин убивает моих людей. Вы помните Сандрика, Ису, святые люди. Ты, Славик, сделал для нас проблему. А это пахнет войной. Нехорошо как. Когда у меня возникают проблемы, я решаю их сам. Ага. Я нашел этих голубков. Вот ты. Берите их, если можете. А хотите войну? Пожалуйста. Это мне наказание за мою прошлую жизнь. Прости меня. Я все время чувствую, что кто-то ужасный рядом. Брось меня, Саша. Я, кажется, с ума схожу. Хорошо. Что хорошо? Прошу. Потом. Когда-нибудь. Спи, не думай. Я люблю тебя. Да, я отпустил их. С одной надеждой, очень маленькой. Что если вдруг кто-то, имеющий отношение к этим миллионам, даже с того света узнает, что бык был у меня, а я его отпустил, то значит бык умный. И бык что-то знает. Например, куда девались деньги за наркоту. А если убитый тоже воскреснет, то первое, что он должен сделать, это хлопнуть быка с его падлой. Твой мед. Вы смеетесь. Час назад бык мне позвонил, на него наехали. Кто? Там гости. Какие гости? Пузырь. Я сейчас вернусь. Саня. Пузырек. Удавлю, тварь! Саня! Thank you.
Стоять! Брось пушку! Ну что, каскадер, допрыгался? Я пока никого и не трогаю. А трогаю я вот так, сучка. Ну давай. Ну смейся. Смейся. Ну чё, ты, каратист, бля. Ну хохочи, ну. Ну смейся, ну смейся, ну. О, вот вы где. Смейся, сука. Ну здравствуй, дружок. Пойди, скажи, что больше не стреляли, а то весь город сбежится. Да кто тут сбежится? Здесь на весь город два мента. Ну? Лучшего друга моего убили. Ошибка. Хотели меня, целились в меня, а убили его. А? Все из-за денег. Ну, а как же, Сашок? Пока их никто не отменял, они самые главные. Без них нельзя. А хочешь, я тебе скажу, где они, бабки? По секрету. Тебе-то теперь уже все равно. Только ей не говори. И это за все хорошее. Надо было тебе грохнуть, суку. Ведь это ты одна знала, что я живой. Я догадывалась. А кому говорила? К сожалению, никому. Всех обслужил. Падаль. Юрарсен, почему так тихо, а? Кеттик. Так, значит так, что мне с вами делать? Первое, вы мне говорите, кому вы меня заложили. Мучить не буду. А нет, есть две гранаты. Кольца даю вам в зубы, и если вы не выдержите, то... Thank you.
дохлый? Тоша! Почему он тебя отпустил, а? Там блатные, откуда они? Там что, обосрались? Какие блатные? Там блатные! Со шпаной справиться не можете! Это не шпана, это воры. Он их кинул на 10 лимонов. Тоша, с ворами я воевать? Нет, не собираюсь. Вот так. А ты, сука, повиси, я тебя еще кончу. Красек! Давай, давай! Минуту. Чума, мы с ворами не ссоримся. Матраса, зачем нам это надо? Уху, брат, извини. Мы здесь ни при чем. Нет, ну мы не знали, что здесь интересы воров. За бабки работали. Да, там 3 козла. Они ваши. Забирайте. Разберемся, братан. О чем речь? Бабульке надо возвращать. Отдай, зелененький. Тоже. Дохлый. На!
Я убью тебя. Можно кино доснимать. Самое время. Ребята, дорогие, объясните, может быть, мне это снится? Проверим. А действительно? Что вы хотите? Посмотрите. Съемочная группа. Фантастика. Там все наши. Я об этом уже и не мечтала. Нас ждут? Вперед? Я боюсь. Там высоко. Ты же хочешь стать звездой? Да, конечно, но это как-то неожиданно. Звезда. Это всегда неожиданно. Летим. Летим.